Более полумиллиона жителей Австралии получили предписание об эвакуации из-за наводнений и подъема уровня рек. Об этом сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перотт. По его словам, в ближайшие дни ситуация будет лишь ухудшаться, поскольку синоптики прогнозируют осадки до середины следующей недели. Минувшей ночью началась эвакуация жителей западных пригородов Сиднея, оказавшихся под угрозой из-за переполнения водохранилища у плотины Уоррагомба. Власти опасаются, что сильный поток воды прорвет дамбу в любой момент, после чего в зоне затопления окажется не менее 130 тысяч домов. Их жителям предписано эвакуироваться немедленно. Масштабные наводнения на восточном и северо-восточном побережье Австралии начались в начале прошлой недели из-за продолжительных ливней. К настоящему моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.